Обладатели 3 золотых граммофонов, дважды группа года, которая вот уже 16 лет радует слушателей и зрителей своим творчеством. Группа «Челси» – детище популярного проекта «Фабрика звезд». Виктор Дробыш разглядел в каждом участнике талантливого музыканта и певца. Именно благодаря этим качествам и природной одаренности парни попали в музыкальный коллектив, который вскоре стал известен как группа «Челси», в состав которой вошли Денис Петров, Роман Архипов, Арсений Бородин и Алексей Корзин. В 2006 году ребята стремительно ворвались на эстраду, закрепив за собой статус суперзвезд. Коллектив смог подарить меломанам с десяток ярких хитов. Далеко, счастье мимо, несовместимая любовь, порой счастливая, порою ранимая любовь, на заказе дождевая, часто ранимая душу. Благодаря прекрасным голосам и запоминающимся песням исполнителей, группа «Челси» очень быстро приобрела большое количество фанатов и поклонников. Основной тематикой музыкальных произведений является, конечно, любовная. До коллектива «Челси» ребята пробовали себя в совершенно разных музыкальных направлениях. Но когда ребята исполнили свои первые песни, слушатели поняли, что они являются одним целым. В 2007 году коллектив выпустил композицию «Крылья», которая до сих пор является хитом. Все трудные календаря порвалась весна, но она не для меня. Слезы льет душа, крылья я свечу к небесам любви. Дайте силы, закричу, закричу я в пустоту, проси. Крылья тают на солнце, стреляя в упор мне прямо в сердце, сломано горе, и рядом со мною тебя больше нет. Руки выше! В 2011 году коллектив «Челси» претерпел некоторые изменения. Роман Архипов принял решение покинуть состав группы, чтобы строить сольную карьеру. Вокалистов группы «Челси» часто обвиняли в использовании фонограммы. Однако солисты коллектива всячески опровергали этот миф. Группа каждый раз на концертах использовала живые инструменты и вокал. То, что артисты поют не под блюз, ребята доказали и на концерте, который прошел в День города в Саянске. Зрители от выступления Романа Архипова и Арсения Бородина, которые объединились, чтобы спеть на нашем торжестве, были в восторге. В программе праздничного концерта московских артистов были песни, которые они исполняли, будучи объединенными в группу «Челси», а также свои произведения и кавер-версии известных композиций. В окно постучит ко мне. И что?
и так независима. Выступая на сцене Саянска, Арсений и Роман явно чувствовали поддержку зрителей. Горожане не скупились на аплодисменты и восторженные крики. Артисты же в ответ устроили настоящий фурор, который, несомненно, останется в памяти горожан надолго. Happens tonight.